2012 году мы были созданы, есть наш устав, есть печать. И сразу, как это предусмотрено было законом Украины про объединение співвласників багатоквартирних будинків, звернулися до приватного ЖЕКу, ТОВ ЖЕК «Перспектива», з тим, щоб вони виконали вимоги закону України і передали у двохмісячний термін, як це передбачено чинним законодавством, наші два будинки – Кашевого 14А і Кашевого 14Б. Значить, дома в положений срок нам не передали. Ми подали в суд на ТОВ ЖЕК «Перспектива» і ми цей суд виграли. Вирішив зобов'язати товариство з обмеженої відповідальності житлово-експлуатаційне підприємство «Перспектива» передати на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку житловий комплекс «Добробут», житлові будинки номер 14А і 14Б про прогул колега Кашевого в Кременчуці в порядку, визначеному чинним законодавством України. З тих пор пройшло как бы немножко времени, имея рішення суда, судебні исполнители виходили в толк «Перспектива», требовали выполнить решение суда, «Перспектива» дома не передавала, они были оштрафованы за невыполнение решения суда. И, скажем так, на этом все закончилось. В этих домах создано СВБ, но оно не может приступить, собственно говоря, к управлению своим обязанностям. Здесь мы должны убрать эмоции и личные оценки. Все документы говорят о том, что это СВБ должно существовать. СВБ должно получить все-таки эти дома на свой баланс и начать управлять своим майном.